Мы предложили Думе в 96-м году закон об электронных деньгах. Да все, что такое электронные деньги? Карточки почти еще ни у кого не было, если было чуть-чуть. Отказала Дума. Вот тогда можно было перейти на электронные деньги. Мы могли бы раньше многих стран Евросоюза это делать. Почему у нас медленно мы отказываемся от НАЛа? Это коррупция. Может, по безналу трудно получить взятку. Во-первых, это будет прослеживаться. Я Петров Семенову перевел 10 миллионов рублей. Зачем? За что? Или я оформил дачу на Семенова. А НАЛ спрятал и все. Как помните, полковник в Москве, квартира трехкомнатная, 9 миллиардов наличными. Или Хорошавин, бывший губернатор. То есть это коррупционеры тормозят. Потом наркодилеры. Как за наркотики рассчитаться по безналу?